В Доме дружбы народов открылась выставка Валериана Киргизина. Экспозиция «Прикосновение к истокам» приурочена к столетию чувашской и татарской автономии. На суд зрителей художник представил около 100 работ разных жанров: пейзажи, портреты, этюды и натюрморты. Валерьяну Киргизину близка и татарская, и чувашская культура. Родился он в Татарстане, а корни у него чувашские. С детства любил рисовать на бумаге, а случалось и на оборотной стороне документов отца. Высшее художественное образование получил в Чувашском педагогическом институте имени Яковлева. После выпуска сам стал преподавать. Проработал учителем более 30 лет, но время для творчества находил всегда. Подтверждение тому многочисленные выставки и вернисажи как в России, так и за рубежом. Даже неизлечимая болезнь не помешала яркому самовыражению. Основная тема нынешней экспозиции – природа, но среди живописных пейзажей сразу выделяется портрет, посвященный врачу-хирургу, спасшему жизнь художника. Благодаря этого хирурга я жив. Когда увидел блеск улыбки в его глазах, я обрадовался, даже жить буду. Он ничего не сказал, что самый. Я понял, что я буду жить. То есть вот. Вы вам картину подарили или я не совсем понял? А он еще даже не видел. А он не видел? Нет. Он еще не знает, что ему делал. Вы планируете его? Обязательно. Подарить полотно врачу Валериан планировал еще в прошлом году, но по разным причинам не смог. Художник говорит, по возвращению в Казань картина обязательно дойдет до адресата. От работ мастера веет силой природы, красотой и любовью. Выставка «Прикосновение к истокам» до этого с большим успехом путешествовала по Татарстану. А теперь и жители Чувашии могут насладиться полотнами, написанными в традиционной технике масляной живописи. Эта выставка посвящена значительной дате в истории обеих регионов, столетия Чувашской автономной области, столетия ТАССР. И у наших народов очень много общего. И это еще один повод поговорить о том, сколько у нас общего в нашей истории, в сегодняшней повседневности. И творчество именно этого художника затрагивает вот те опорные точки, которые нас сближают. Взаимопонимание и согласие, оно рождается через общие дела. Сегодня как раз происходит такое мероприятие, которое сближает народы наших республик. В Чебоксарах работы мастера будут экспонироваться 2 месяца. Тут же можно будет оставить и свои отзывы, а художник уже планирует новые выставки. Дарья Паскарюк, Никитин.